Забайкальский край получит 79 миллионов рублей на возмещение кредиторской задолженности за прошлый год, а также дополнительное финансирование на противопожарные цели. С 1 по 30 июля движение на участке дороги по улице Ленинградская от Чкалова до Чайковского будет перекрыто. Ограничение связано с работами по капитальному ремонту тепловой сети. 5 июля в Забайкальском крае пройдет День минеральной воды. Его отметят во всех оздоровительных учреждениях, расположенных на целебных природных источниках. В День семьи, любви и верности каждый забайкалец может признаться в любви к своей семье в рамках проекта «Стена признаний.рф». Для этого необходимо зайти на сайт, активировать форму «Написать признание» и поделиться своими чувствами. Открытые соревнования по спортивному пешему туризму «Кадар-2017» пройдут в Каларском районе. Открытие соревнований состоится 6 июля. 9 июля пройдет награждение победителей, призеров и закрытие соревнований. 9 июля на Рахлее пройдут соревнования по триатлону, в рамках которых участники должны будут проплыть 300 метров, проехать на велосипеде 8000 метров и пробежать 2000 метров.